Всем привет, уважаемые друзья, подписчики, гости нашего канала. У нас очередная новинка. Компания Агроформат не прекращает радовать вас новыми поступлениями. И сегодня мы хотим показать вам приствольную косилку, которая специально была привезена по многочисленным просьбам наших, в первую очередь, садоводов для работы в приствольной полосе. Данный агрегат весит чуть более 206 килограмм. Достаточно прост конструкционно и в то же время выполнен из хорошего металла с хорошим запасом прочности. Что представляет собой данная косилка? Рабочий орган – диск с плавающими, вращающимися ножами снизу. Так вот это выглядит. Приводится в движение благодаря гидромотору, который запитывается к гидравлике трактора. Рукава высокого давления идут у нас в комплекте. Все это крепится на телескопическую раму, которая подстраивается непосредственно гидравликой. Она может быть установлена на большинство тракторов отечественных серий. Есть возможность регулировки по углу, по тангажу. Дополнительная комплектовка резиновыми отбойниками, фиксаторы угла атаки, перевода в транспортное положение. Как работает данная косилка? При заходе в приствольную полосу данный диск, наталкиваясь на более значимое препятствие, чем культурное дерево, наталкивание происходит вот этим прорезиненным амортизирующим диском, то есть растение у нас не повреждается, получает сопротивление. Сопротивление можно силу его отрегулировать с помощью данной пружины и натяжного механизма. Вот здесь он показан. Она автоматически возвращается назад. После того, когда препятствие трактор обошел, в автоматическом режиме данный диск возвращается в приствольную полосу. Таким образом, все, что выросло, весь сорняк, возможно, какие-то обрезки, они будут удалены или измельчены. Дополнительная постройка возможна как механическим путем, путем телескопического выдвижения рамы, так и с помощью гидравлики. Косилка крайне простая, недорогая, очень функциональна. Рекомендуем ее применять на тракторах фактически от 30 лошадей. Уже работают данные машины на территории Российской Федерации. Есть опыт применения и использования. Обращайтесь, тут большим удовольствием проконсультируем, расскажем, покажем. Всем всего доброго!